В течение 7 дней в столице Бурятии и ее окрестностях проведут праздники и национальные спортивные соревнования. 21 июня, в день летнего солнцестояния, в поселке Сужа покажут древние обряды, проведут конкурсы красоты и талантов и устроят шоу под названием «Посвящение солнцу». Завершится день большим костром и хороводом йохар всех зрителей, гостей и участников ассамблеи «Вокруг огня». Мероприятия для жителей включают в себя, они впервые увидят, приедут, кто-то не приезжал, приедут в город Хунов, увидят там историческую реконструкцию, увидят исторические, как мы восстановили полностью, какие юрты были, какие печи были, печь вот сейчас вот сделали, как раньше наши мастера делали гончарные изделия. Мы увидим, юрта будет на колесах стоять, одна юрта, другая юрта будет стоять на лыжах, потому что использовалась в зимнее время. Гостей праздничной недели ждет и научная работа. В Улан-Удэ пройдет выездной семинар, посвященный практике мирного сосуществования народных традиционных верований и традиционных конфессий в Прибайкалье. Как сообщили организаторы, основная задача ассамблеи – превратить город Гуннов в место проведения крупнейшего события в области культуры и ивент-туризма в регионе и помочь в развитии туриндустрии Республики Бурятия. Ассамблея проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.